Соединенные Штаты Америки, 1935 год. Дебют кинооператора Туполева. Да-да, того самого, Андрея Николаевича. Он любил не только небо, но и все земное. Вот кино, например. Правда, камеру потряхивает. Но ведь это дебют. Почему-то никогда не называли Туполева гением. Так, иногда только, в узком кругу. Но создать целую отрасль промышленности практически с нуля, от развалин гражданской войны, за какие-то 10 лет мог только гениальный человек. Он создал школу отечественного самолетостроения и обеспечил страну военной и гражданской авиацией на многие десятилетия вперед. Страна награждала его и сажала в тюрьму, потом вновь награждала и требовала невозможное. И он создавал это невозможное, и оно летает в небе до сих пор. А его ученики и дети этих учеников вспоминают его как своего авиационного бога. Сделать тяжелый самолет — это задача непомерной сложности. Но не забывайте, самолет один жить не может.